Поклонение волхов, картина, приписываемая Иерониму Босху, выполнена около 1499 года. Как следует из каталога музея, где она выставлена, картина эта датируется 1518 годом, то есть она была закончена уже после смерти Босха, но в его мастерской. Дендрохронологический анализ свидетельствует, что она могла быть начата уже в 1493-1499 годах. До 1871 года полотно принадлежало Эдуарду Ло, первому графу Эленбору. 3 апреля 1914 года полотно приобрел на аукционе Христис в Лондоне некто Хэнс. Затем им как-то завладел Джулиус Боллер, торговец предметами искусства в Мюнхене. В 1915 году полотно купил Джон Джонсон из Филадельфии, и в 1917 году он подарил его городу. С 1931 года оно находится в местном музее искусств. Это вполне традиционное, в том числе и для Босха, представление сцены поклонения волхов новорожденному Иисусу, очень схожее со сценой, изображенной на одноименном полотне, выставленном в Нью-Йорке. Мария с младенцем располагается слева, под небольшим навесом. Он изображен с традиционным очевидным нарушением перспективы. Трое волхов преподносят свои дары Иисусу. Как обычно при изображении этой сцены, Бальтазар преклонил перед младенцем колени, его корона лежит рядом на земле, а двое других волхов о чем-то беседуют между собой, ожидая своей очереди. Иосиф, сидя за столом, озадаченно скребет затылок, за ним слева двое вооруженных типов, вряд ли пастухи, скорее люди Ирода. Справа традиционные вол и ослица. Чтобы показать, что дело происходит зимой, в левом углу снизу художник изобразил голое дерево.